Это видео в интернете уже окрестили «Черной пятницей» по-русски. Во время распродажи в одном из столичных гипермаркетов мужчина со всей силы ударил женщину по голове. После такого апперкота покупательница оказалась на полу, а ее обидчик спокойно отошел в сторону. На разыгравшуюся сцену никто из окружающих внимания не обратил. Посетители магазина продолжили охоту на покупки. Спустя минуту к ним присоединилась и женщина, которую отправили в нокаут. Все, поехали. Кто успел, тот и съел. Потом фотоотчет. Успокойтесь, пожалуйста. Фух. Успокойтесь, пожалуйста. Вы что творите? Ебать. Вот это кипишняк. Все. Да. Да, ну шикарно. А что вы, блядь, как собаки в бассе? Что, по очереди не ляпкаешь, подай. Интересненько. Все, по-моему, да, разобрали. Все, 10 секунд и нету ничего. Ну вот ждайте дешевых бытовую технику, гаджетов не стоит. Себестоимость этих товаров высокая, так что верить небывалым скидкам, например, на смартфоны последних марок, не стоит, считают журналисты проекта Hightech Mail.ru. Они провели целое расследование, результаты поражают, они, в общем, находятся на ваших экранах. Один из интернет-магазинов сначала вдвое завысил цену флагманского смартфона Huawei, а зачем щедро, ну, естественно, в кавычках, ее скинул аккурат до рекомендованной производителем цены. Правда, после публикации статьи от модели сайта площадки исчезла, но мы нашли похожий аналог. Смартфон той же марки продают за 30 тысяч рублей, якобы за полцены. Ищем такую же модель уже на другом ресурсе. Там без всяких скидок и акций он стоит, ну, примерно столько же. Так была ли скидка? Вот в чем вопрос. И наш эксперт, в общем-то, предостерегает, это не единственный подводный камень в этих случаях.